Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В свежем выпуске «Модная тема» речь пойдет об индивидуальном заказе. Что представляет собой кутюр в современном его исполнении, рассмотрим на примере частного гардероба. Дизайнеры прет-а-порте придумывают свои коллекции, из которых впоследствии модницы составляют гардероб. Сегодня высшим пилотажем стиля считается умение сочетать идеи различных дизайнеров, создавая свой уникальный стиль. Но есть еще одна концепция – индивидуальный заказ, который позволяет самому быть немного дизайнером. Большая часть гардероба Елены как раз и состоит из таких вещей. Мне нравится, когда я одна в этом хожу. Елена относится к категории клиентов, которые любят находиться внутри творческого процесса. Если тот год у нас был под эгидой романтизма, то в этом году мы уже миксуем между собой и классику, и спортшик. Как правило, большинство предметов индивидуального заказа – это вечерние платья или пальто. Но есть примеры и тому, когда персональный дизайн представлен в одежде для отдыха и всевозможных активностей. Одно из правил хорошего вкуса – пробовать все и не отрицать, не примерив. Ничего такого сверхъестественного, конечно, нет. Наверное, широкие брюки, да, я долго к ним шла, но попробовала, мне нравится. Много эмоциональных, но не случайных вещей. У нас вещи есть и для определенного случая, для выходного дня, но это те вещи, которые этому человеку необходимы именно в этот момент жизни. Цветной мех в последние годы вдохновляет не только дизайнеров знаменитых домов. Для модницы со стажем это новое поле для творчества. Я его обожаю. У меня его много. У нас в городе это не носят. И ты начинаешь выделяться, а я люблю выделяться. Начиналось действительно все с каких-то экспериментальных деталей, аксессуаров. А пока мы не научились работать уже с мехом, не постигли. То есть не только азы, но уже и ушли именно в какие-то ноу-хау. На данном этапе это коллажирование. Получается безумно красиво, безумно смело. Много-много красивых шуб. Ну, все остальное мы как бы делаем. Все клево. Но вот это будет просто супер. Сегодня существует множество концепций стиля, но, пожалуй, самым дорогим и изысканным является индивидуальный заказ, который по-настоящему эксклюзивен и часто не привязан к какому-то одному модному сезону. Свадебная тема сегодня настолько популярна, что выходит за рамки своего прямого назначения. Так, например, поводом для экспериментов стилистов и дизайнеров становятся образы невест. Проект, который так и называется «12 невест», в очередной раз собрал полный зал зрителей. Свадебные выставки становятся все более креативными. Так, проект «12 невест» в очередной раз удивил зрителей настоящим фэшн-шоу с высокого уровня режиссуры и спецэффектами. 12 команд профессионалов свадебной индустрии работали над полным образом невесты, начиная от продуманного до малейших деталей костюма, заканчивая оформлением приглашений и другой свадебной атрибутики. Каждый раз мы выбираем новую интересную тематику. К четвертому мероприятию мы пришли и решили сделать стихи, потому что нам кажется, что каждая невеста – это буря эмоций. Она может быть как ветер, она может быть томной, как закат. И я думаю, что в каждой девушке сочетаются какие-то характеристики природных явлений. А мы каждый год пытаемся что-то новое придумать. В прошлый раз были принцессы, до этого был календарь, сейчас стихи.
креативим, как можем, назовем это так. Интересно, возможность показать командам, дать возможность командам придумать, что-то сделать такое, что может удивить зрителя, а заставить его снова прийти к нам, да? И вот стихия нам показала, что это очень классно, плюс еще спецэффекты же можно использовать. Молнии, строба всякие, ну, очень классно. Тематическая свадьба – это красиво и зрелищно, но все складывается из мелочей, точнее сказать, деталей, которые представили участники. Также у гостей была возможность познакомиться с конкурсантами лично, получить персональную консультацию и разобраться в нюансах свадебной моды. Вот данная выставка «12 невест» – она одна из самых топовых выставок в этом году. Здесь принимает участие 12 команд. Мы в одной из команд предоставляем свадебное платье. Трепет, когда мы подбираем то самое свадебное платье, когда девушка начинает плакать, когда ее папа плачет, мама, все плачут, все счастливы. Вот это дарит немыслимые эмоции, и именно это толкает все больше и больше дарить радость невестам. Вообще свадебный процесс – это очень красивое мероприятие, торжественное. Главная задача визажиста, поскольку невеста нас встречает самыми первыми с утра, это поднять настроение. То есть самое начало – это мы. Это мастер по прическам и визажисты. Во-первых, у нас была такая идея, мираж – это что-то такое фантастическое, да, вы сами представляете, там раз резко появилось, исчезло, вот, и платье, соответственно, должно было быть такое воздушное. Была такая задумка, что-то с миражом связанное, там, на фоне жених, о том, что каждая невеста мечтает выйти замуж, какая-то фантастика, мираж, мы пытались все это передать. Самое главное в нашей команде, что каждый переживал за свое дело, каждый болел своим делом, и за счет того, что вот все было дружно, я думаю, что мы победим. Классические свадьбы постепенно уходят на второй план. Все чаще пары выбирают стилизованные вечеринки в необычных декорациях. Невеста старается создать праздничный образ, наиболее близкий ей по духу, в котором она будет ощущать себя королевой мира. Другими словами, главная тенденция свадебной моды – это создание чего-то личного, особенного и уникального. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-ателье «Модный дом Я». Всегда рады видеть вас на Пушкина, 32. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за 1 час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Это «Beauty Time». Далее в выпуске идеи для обновления сезонного гардероба. Сегодня речь пойдет об актуальных принтах. Когда-то ткани с рисунками разделяли на растительные, животные, графические, сюжетные и комбинированные. В современной моде экспериментов на эту тему столько, что дизайнеры не успевают давать им определения. Оптические эффекты создаются за счет последовательного повторения изображаемого объекта. Таким образом, этот принт одновременно является и сюжетным, и графическим. Отдельные элементы при определенном повторении могут складываться в абстракции. Таким образом, блуза или платье по-разному воспринимается издалека и при ближайшем рассмотрении. Традиционная полоска требует контрастного соседства. 3 и более цветов в комплекте – это признак сегодняшней моды. Классические восточные орнаменты не выглядят слишком поэтнически, если представлены с однотонными предметами. Строгие и с юмором, простые и сложные, принтов существует столько, сколько характеров и эмоций. Ну, словом, все как в жизни. We'll be right back.
смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Сегодня тренажерный зал для многих людей – это норма жизни. Спортом занимаются, чтобы похудеть и привести свое тело в порядок. Кто-то, увлекшись, показывает свои результаты на соревнованиях. И это тоже сегодня очень распространенная тема. А когда-то, лет 20-30 назад, когда тренажерные залы нашего города можно было пересчитать по пальцам, начали свою спортивную карьеру первые культуристы. Именно так тогда называли бодибилдеров. В их числе Александр Щеголев, двукратный чемпион мира и многократный чемпион Европы и России. Мне было всего 13 лет. 13 лет – это семиклассник, а подросткам что нужно в этом возрасте? То есть какой-то кумир нужен, как правило. Кумир, этот кумир у меня был. Да, это как раз начались видеофильмы. И вы все прекрасно знаете, да, это у нас Арнольд Шварценеггер, да, он стал кумиром очень многих ребят. 87-88 год. То есть тогда знаний о бодибилдинге, да, вообще не было, и это называлось атлетическая гимнастика. В библиотеке собирал эту информацию, то есть из журнала «Спортивная жизнь России», и только с помощью вот таких небольших знаний, что-то, имея какие-то вот эти вот крупицы знания, я их применял, то есть в практике. Ну и, соответственно, это было общение с другими ребятами, кто как мог, тот так и тренировался. Первые соревнования, по-моему, это был 92-й год у меня. То есть это было чемпионат области, да, мне было 15 лет всего. Вот, проходило, конечно, это все в другой совершенно атмосфере. Все очень сильно, то есть, так скажем, болели просто вот этим вот бодибилдингом, вот фанаты, потому что как раз такое время, когда только-только это все начиналось. И поэтому такой был немножко азарт. Раньше не было ничего, то есть никакого грима. Мы все гримировались краской, обычной краской, масляной, художественной. Насколько я помню, Марс коричневый, Сиена жженая. Это были вот наши, так скажем, помощники в плане грима, да. Ну и нормально все, и все гримировались, и все было хорошо и прекрасно. Ничего не было, даже протеина не было, вот когда я начинал тренироваться. Мы ели детские смеси молочные. Вот, это сейчас мы с улыбкой это все вспоминаем, потому что с развитием вот спортивного рынка, то есть появляется очень много спортивных добавок. Это и жиросжигатели, и протеины, там, аминокислоты, и всего-всего очень много. И, соответственно, люди начинают это использовать и видят их пользу, потому что протеин, это делается он из молока, допустим. Это самая основа спортивного питания. То есть он даже называется сывороточный. Да, ученики появились, наверное, тогда, когда я решил, что закончил свою карьеру. Это был 2009 год. Я тогда выиграл, помню, как бы, ну, все, что я хотел. То есть там чемпионат мира выиграл и думал, что все, на этом остановлюсь. И начал набирать учеников. Там были и девушки, и ребята, парни, то есть с которыми я тренировался и готовил. И из них есть чемпионы России. Вот, и они сейчас продолжают заниматься и выступать. Вот, и сейчас также я продолжаю готовить и ребят, и бикини. Есть разные, так скажем, ученики, которые либо пришли из какого-то спорта, вот, но с ними немножко попроще, потому что уже база есть. Но также есть из клиентов, и достаточно много, которые проявляют свое желание, чтобы в последующем выступить в соревнованиях, в конкурсе. Но в первую очередь, наверное, это самоутверждение, чтобы доказать себе, чего я могу. Да, что я могу сделать с собой. Сейчас даже есть такое направление — детский фитнес. И даже есть такая категория, где выступают дети. И даже я знаю, что делают специальные детские тренажеры даже. Поэтому, ну, занимаются абсолютно все возрастные категории. Сегодня сложно найти человека, который ни разу не побывал бы в тренажерном зале. Программы тренировок разработаны и для подготовки к соревнованиям, и для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Для маленьких детей и пожилых людей, а также для тех, кто после травм нуждается в реабилитации. Другими словами, за последние 10 лет фитнес стал по-настоящему массовым, и тенденция эта сохраняется.
Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина, 65 и Сони Кривой, 30. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Этот вид фотографии называется амбротипия. Особенность этих снимков заключается в получении и последующем закреплении позитивного изображения на стеклянной пластине. В жанре амбротипии работает Алексей Серебряков, известный стронгмен, который в последнее время проявляет себя в различных видах творчества. На выставке в Государственном музее изобразительных искусств представлено более 100 его работ. У меня есть опыт, я раньше выступал на олимпиадах по химии, когда учился в школе. То есть у меня какая-то база есть химическая, плюс база фотографическая. А то, что мы сейчас видим, это 3 года. Почти каждодневной работы. То есть не то, что я там сегодня снял, неделю отдыхаю. Нет, я в студии пропадаю с утра до вечера. Максимум я делал 4 фотографии в день. Это когда у меня все были растворы, очень хорошо настроены, все четко, точно. 4 фотографии в день – это для меня, ну, считается много. Портреты, пейзажи, натюрморты, постановочные снимки. В его работах брутальная экспрессия соединяется с тонкой лирикой. Вы знаете, это не гламурная фотография, не гламурная, не фейковая, не выдуманная жизнь. Она интересна тем, что она неожиданно совершенно показывает естество, вот самое такое зерно, которое прорастает в человеке. Глубокий автор. Заставляет он именно все переживать, его работы, погружать в какую-то свою действительность. Вот он может сказать, что создает какой-то мир. Это не просто фотография, это не школьный какой-то уровень композиции, это именно за ними еще содержание стоит. И вот такое завораживающее впечатление. Смотришь прототип человека, и его можно не заметить, пройдешь мимо. Он абсолютно стандартный, кажется. Но это кажущаяся вещь. А когда ты смотришь этого же человека и узнаешь через какую-то другую ипостась, через какое-то другое чувствование, через какое-то другое, ну, совершенно неожиданное зерно, ты задумываешься и думаешь, что этот человек не так прост, и он совершенно нестандартный. То есть, иначе говоря, такой тип фотографии, такая вот выставка открывает в человеке что-то своеушное, как говорила моя бабушка, что-то непохожее, что-то то, что, чего мы раньше не замечали. Многие вещи я не могу выделить. То есть, есть какие-то прям очень, которые люблю. Которые я бы не мог сказать, вот это нравится больше, а это меньше, потому что я боюсь обидеть другую фотографию. Они у меня как дети. Выставка современной арт-фотографии «Амбротипия» Алексей Серебряков продлится до 26 ноября в Челябинском государственном музее изобразительных искусств. Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.